Афонтово представляет 100 историй про удачу. Я немножко философски отношусь к жизни. Нужно радоваться каждому дню жизни. Но последняя удача наверняка приобретение нового автомобиля. Это для каждого мужчины приятное такое событие. Для любой женщины самая большая удача – это счастье. Абсолютно здоровые, близкие, родные и те люди, которые нам дороги. Лично для меня удача, если в этом году мне удастся поехать к маме на Дон. Вот внук сдал вчера зачет. Английский язык. Так что старался. Не могу сказать, что блестяще, но сдал. И для меня это удача, конечно. Делитесь историями своих удач на телеканале Афонтово Новости.